На канале СТБ продолжается примерный показ детективной мелодрамы «Цвет страсти». Как же будет разворачиваться сюжет по сериям? 9-10 серии. Благодаря подруге Гале и своему стойкому характеру Даша осваивается в колонии, но Марта продолжает свои нападки и ненавидит новенькую. Даша встречает человека, во многом определившего ее дальнейшую судьбу, преподавательницу английского языка и зарубежной литературы Ольгу. Постепенно именно Ольга становится ее ангелом-хранителем, который учит Дашу писать без ошибок, понимать прекрасное, пользоваться ножом и вилкой. Гаманай не теряет веру в доброту. 11-12 серии. Чтобы добиться освобождения Даши, Потапенко выясняет, кому было выгодно подставить Гаманай. Аресту Кравцу, известному в городе предпринимателю и контрабандисту. Он организовал подставу Даши, перевалив на нее вину своего сына, который убил дальнобойщика при попытке ограбления фуры. Однако под давлением тестя Потапенко уходит из полиции, он начинает заниматься адвокатурой. Премьера новых серий состоится с 30 ноября на канале СТБ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.